Ми намірені слухати. От своего кармана. Мы намерены вас слышать. Да, да. Пусть скажет. Господин депутат, народ отказал вам доверие. Неправда. Неправда. Может быть, мы услышим что-то особенное. Добрый день! Уважаемые участники митинга! Коммунистов предал коммунистов! Если вы говорите за честные выборы, не надо тогда перебивать систему! Почему я член Единой России, выступаю здесь, на нижних оппозициях? Да очень просто. Я уверен, что все нужны честные выборы. Так правильно! Потому что ровно через месяц мы выбираем президента. Кто будет президентом России решать вам, мне, всем?